Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Мы продолжаем серию программ под названием «Крещение во Святой Дух». Сегодня мы поговорим о высвобождении благословения Духа через сеяние семени Слова Божьего. Одно из ключевых понятий в Слове Божьем ⁇ это благословение передачи человеку Божьего Духа, который дает ему жизнь. Это благословение духовное по своей природе. То есть быть благословленным ⁇ это когда жизнь Божья работает в нас и на нас. Мы были созданы, чтобы жить под Божьим благословением. Оно дает нам жизнь и преуспевание. Противоположность благословения ⁇ это проклятие. Это отсутствие жизни или смерти. Праведность ⁇ это основание для благословения, а грех отрезает нас от благословения и вводит нас под проклятие смерти. Водами все мы были под проклятием из-за греха, но Христос через свою смерть и воскресение, Дал нам свою праведность в подарок. Теперь во Христе мы можем стоять в Его праведности и иметь благословение о жизни. Это благословение стало доступно в Новом Завете во Христе. И называется оно обещание от Отца или благословение Авраама. Потому что вначале Бог пообещал Его Аврааму. И Новый Завет — это исполнение благословения из Завета Авраама. Мы были спасены благословением или благодатью Божией. Когда мы приняли Христа, благословение Святого Духа вошло в нас и переродило наш Дух. Мы родились свыше и стали детьми Божьими. Наш мертвый дух наполнила жизнь Христа и благословение под названием «Святой Дух поселилась внутри нас». Но есть еще и второе благословение Духа, то есть у Божьего благословения две части. Первое благословение — это Дух внутри нас, а второе благословение — Дух на нас, дающим нам силу плодиться и размножаться. Это второе благословение мы получаем через крещение во Святой Дух. Каждая жизнь характеризуется способностью размножаться. Это существенная часть Божьего благословения для нас. Мы видим эту истину в благословении Божьего творения. Бог благословил свое творение. Это благословение все еще действует и сегодня, заставляя живые организмы, растения и животные, жить и размножаться. Вначале Бог создал их и благословил их жизнью, а еще Он благословил их способностью размножаться. И сказал Бог, да произрастет земля зелень, траву, сеющую семя, дерево, плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля-зелень, траву, сеющую семя, породу, ее и дерево, приносящее плод, в котором семя его породу его. И увидел Бог, что это хорошо. В этом отрывке Бог подчеркивает важность семени. В сегодняшней проповеди я хочу рассказать о взаимосвязи между вторым благословением, способностью размножаться, и семенем. Мы понимаем, что для благословения нужно посеять семя. Семя действует через благословение, приносит плод. И вам нужно и то, и другое. Именно благословение, действующее через семя, приносит умножение. Благословение ⁇ это духовная сила, а семя ⁇ это естественная вещь, через которую действует благословение, дабы произвести новую жизнь. Благословение не может быть продуктивным без семени. Благословение высвобождается только через сеяние семени. Это очень важная истина. А семя неэффективно, если оно не активировано благословением. Поэтому нужно и то, и другое. Обратите внимание как бог высвободил благословение он произнес слова именно так он посеял свою семь далее мы видим благословение сотворения на птицах и рыбах и сказал Бог да произведет вода пресмыкающихся душу живую и птицы да полетят над землею по тверди небесной и стало так и сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся которые которых произвела вода породу их, и всякую птицу пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо, это первое благословение. Они были созданы и благословлены жизнью, способностью летать и плавать, но без второго благословения они бы скоро вымерли. Поэтому далее мы видим, как Бог высвобождает для них второе благословение. И благословил их Бог, говоря, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». Заметьте, что они уже были благословлены жизнью внутри, но теперь Бог дал им второе благословение — силу плодиться и размножаться. В этот раз Он не упоминает семя, но мы знаем, у животных, как и у растений, внутри есть семя. Это означает, что они могут размножаться благодаря этому второму благословению но это не происходит автоматически. Благословение и умножение высвобождается только через послушание, Божьему повелению плодиться и размножаться через сеяние своего семени. Итак, сила благословения высвобождается только через сеяние семени. Это отражение природы самого Бога, потому что Он — благословенный Бог, высвобождающий свое благословение через семя своего слова. Написано, «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь». И снова мы видим, что Божие благословение высвобождается через Его слова. Они а же семена. Его дух работает с Его Словом. Это ключ к высвобождению Божьего благословения. Бог благословен, но высвобождает свое благословение только через семя. Итак, если мы благословлены и крещены Духом, нам все равно нужно сеять Слово для высвобождения этого благословения. Мы видим то же благословение во время создания животных. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их». И стало так, и создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо. Вот каким был изначальный план Бога. Мы снова видим, как Бог высвобождает на животных благословение жизни и дает им способность размножаться в соответствии со своим видом, то есть семенем. Следовательно, семя связано с Божьим благословением. Имея на себе это благословение, когда они сеяли свое семя, они начинали размножаться и производить на свет новую жизнь. И снова Бог высвободил на них благословение жизни через семя Слова Своего. Так мы добрались до создания человека, в котором тоже есть благословение из двух частей. Во-первых, Бог создал человека и благословил его жизнью. И сказал Бог, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. А поскольку человек был создан по его образу, это означает, что он действует в благословении так же, как и Бог. Как? Через сеяние слова. Более детально мы видим первое благословение в Бытии 2 главе. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой. Бог благословил Адама, вложив в него дух жизни». Именно тогда человек ожил. Но это еще не конец. Потому что у человека было еще и второе благословение. Это первая глава, 28 стих. И благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь. И наполняйте землю и обладайте ею. И владычествуйте. Получается, что Бог во второй раз благословил Адама, который уже имел духа внутри, и возложил духа еще и на него, благословив его способностью передавать жизнь другим. Благодаря этому благословению родились мы с вами. Так мы получили жизнь. Итак, сначала Адам был благословлен внутри во время своего сотворения, а потом он получил еще одно благословение от Бога — быть благословением, плодиться и размножаться. Иными словами, это сила передавать жизнь другим и практиковать владычество. Божье двустороннее благословение Адама во время его создания – это параллель Его благословения нас во Христе, в новом творении. Во время нашего рождения свыше Бог вдохнул в нас Свой Дух и, вложив в наш Дух вечную жизнь, перевел нас из смерти в жизнь. Это было новое рождение, которое возродило наш дух. Он высвободил это первое благословение через слова или семя Евангелия. Но есть и второе благословение. Когда мы крестимся в Дух, Бог возлагает благословение Духа на нас, давая нам силу размножаться и передавать это благословение жизни другим. И это благословение мы тоже высвобождаем через сеяние семени через слова Евангелия. Это двойное благословение нового творения отвечает той же модели, что была при сотворении первого человека. Благословение сотворения все еще действует и сегодня. Благодаря ему люди оживают и размножаются. Также действует и благословение нового творения. Благодаря ему люди оживают во Христе, когда мы рассказываем им Евангелие. В сотворении и в новом Творение. Бог высвобождал свой дух с помощью слов, демонстрируя, что благословение активируется голосом. Это очень важный принцип. Мы созданы по образу Божьему, и поэтому мы высвобождаем Божие благословение, так же, как и Бог. Бог благословен, поэтому и мы в первую очередь должны быть благословлены внутри. А еще у нас должно быть семя. И когда мы сеем это семя, то высвобождаем благословение жизни для других. Слово и Дух действуют вместе и делают нас плодовитыми. Затем переходим к Аврааму, потому что есть еще и благословение Авраама. Он также получил двойное благословение от Бога. Бог сказал ему, ⁇ Я благословлю тебя, это первое благословение, и сделаю тебя благословением. То есть ты получишь силу, чтобы быть благословением для других. Это второе благословение. Затем сказано, и в тебе благословятся все народы земли. Иными словами, Авраам будет передавать это благословение жизни и спасения всем людям на земле. Первая часть благословения для Авраама, а вторая часть Божьего благословения заключается в том, чтобы он передавал это благословение другим. Позже Бог уточнил, как именно это будет осуществлено. Бог сказал, благословляя, благословлю тебя, и в твоем семени благословятся все народы земли. И снова мы видим, что благословение жизни передается через семя. Это частично исполнилось в его сыне Исааке, а полностью исполнилось в том, кто больше Исаака, в Господе Иисусе Христе, который есть семя Авраама. Благословение, обещанное Аврааму, полностью исполнилось во Христе, который получил полное Божие благословение внутри и снаружи, чтобы потом бесплатно передать его нам по благодати. Итак, двойное благословение Духа внутри и на нас было изначально обещано Аврааму, поэтому оно названо благословением Авраама. А еще оно называется обетование Духа, а местописание, в котором все это сходится, это Галатам 3.13. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвы, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Это говорит нам о том, что обещанное благословение Святого Духа стало возможным благодаря смерти и воскресению Христа. И теперь оно доступно каждому через веру во Христа. Мы уже видели, что благословение Авраама, обетование Духа, состоит из двух частей. Во-первых, это благословение для нас и нашей жизни через Дух внутри нас. А Во-вторых, это благословение быть благословением для других через Дух на нас. То есть в благословение Авраама входит и новое рождение, и крещение во Святой Дух. Исполнение обетования Авраама через Мессию предсказано во множестве пророчеств Ветхого Завета о двустороннем служении Святого Духа в Новом Завете. Это Дух внутри нас, через новое рождение, и Дух на нас, через крещение во Святой Дух. Например, Дух внутри был предсказан Иезекиилем, и Дух новый дам вам. Вложу внутри вас Дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». «А Иаиль предсказал, что Дух сойдет и на нас, и будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть сведения». А в другом пророчестве Ветхого Завета сказано, как это благословение будет передаваться от человека к человеку, из поколения в поколение. Это будет происходить двумя способами через Дух на нас и через наши слова веры. Исайя 59,20, и придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. Тут говорится о том, что Христос придет в Израиль, дабы искупить нас и установить новый завет на своей крови. Затем описано, как этот завет будет передаваться. И вот завет мой с ними, говорит Господь, Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. Иисус — наш пример и первопроходец. Как семя Авраама получил полное благословение Авраама в обоих его проявлениях и действовал в нем в своей жизни и служении. Он показал, что значит быть человеком, который действует в полном благословении Авраама, когда дух внутри него и на нем. Жизнь Иисуса ⁇ это модель для нас с вами, потому что он был рожден от Духа. Он имел духа внутри от самого рождения, что дало ему возможность прожить идеально праведную жизнь. А в 30 лет он крестился в Дух Святой. Именно тогда Дух сошел на него, наделив его сверхъестественной силой для служения, для того, чтобы быть благословением для других. В Евангелии от Луки сказано, «Иисус, крестившись, молился. Отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь. Он имел Духа внутри, но теперь Дух сошел еще и на него». Затем он начал проповедовать и говорить, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Зачем? Благовествовать нищим, мы снова видим, что помазание связано со словами. Получается, что проповедь Евангелия, слова Евангелия высвобождают эту силу и приносят жизнь окружающим. «И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение». Заметьте, что целью Духа на нем было получение силы для того, чтобы нести жизнь, исцеление, освобождение и благословлять других. Эта сила высвобождалась через его слова, через проповедь и благовестие. Он был послан Богом на миссию, чтобы проповедовать Слово Божие. Он был помазан. Дух Божий был на нем, чтобы благословение жизни действовало через его слова. И он — наш пример. Он сказал, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». То есть, он передал нам свою миссию — благословлять других через Евангелие. Эстафетная палочка теперь у нас. Вместе с миссией мы получили тот же Дух на нас, и мы высвобождаем силу этого Духа через слова веры. Мы видим это в Деяниях первой главе. Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть крещение во Святой Дух — это когда Дух сходит на нас, и будете мне свидетелями до края земли. Отсюда видно, что обещание от Отца подразумевает крещение в Святой Дух, когда Дух Святой сходит на нас, наделяя нас силой быть Его свидетелями. Цель Духа на нас — дать нам силу для свидетельства. А эта сила высвобождается через наше свидетельство, через наши слова. Евангелие — это сила Божия к спасению. Именно Евангелие высвобождает силу Божию. Обратите внимание, что сила находится в форме потенциальной энергии или дунамис, которую мы активируем только тогда, когда открываем рот с верой и говорим об Иисусе, говорим Его Слово и рассказываем Евангелие. Тогда Его сила наполняет наши слова, делая их сильными и эффективными в наших сердцах. Итак, если Дух Божий на нас, но мы не посвящены Его миссии, и поэтому не говорим Его Слово, мы не приносим другим людям реки благословения. Эта сила лишь потенциальная энергия, и мы должны активировать ее с помощью слов. С другой стороны, если слово есть в нашем сердце, и мы готовы им делиться, но Дух Святой еще не сошел на нас, то нашим словам будет не доставать жизни и силы, потому что они не будут произноситься в силе Святого Духа. Поэтому нам нужно и слово, и дух, чтобы быть эффективными. Во-первых, слово должно быть в нашем сердце, и мы должны хотеть говорить его. Во-вторых, Дух Святой должен быть на нас, чтобы наделять наши слова силой, дабы они проникали в сердца людей, просветляя и обличая их. Слова Божии похожи на реактивные снаряды, которые мы запускаем из нашего рта. Разница лишь в том, что они несут жизнь, а не смерть. Они взрываются в сердцах людей, принося им жизнь. Но для того, чтобы реактивный снаряд долетел до цели и был эффективен, для его запуска нужна дополнительная энергия. Эта энергия запускает снаряд и направляет его к цели. Если Дух Святой сошел на вас, то у вас уже есть этот источник энергии. Поэтому, запуская Божье Слово из своих уст с верой, вы активируете силу Духа, которая наделяет ваши слова силой и направляет их в сердца людей. В Евангелии от Матфея Иисус описал суть своего служения. Он представил притчу о Сеятеле как основополагающую притчу, описывающую, как Царство Божие действует действует, растет и распространяется. Он сравнил его с сеятелем, который сеет Слово Божие в сердца людей. Если человек принимает Слово, семя производит в нем новую жизнь. Когда Иисус крестился в Дух, Он стал первым сеятелем и провозглашал Слово Божие в силе Святого Духа. Он высвобождал силу Духа своими словами, принося людям жизнь. Как он сказал в Евангелии от Иоанна 6 главе, Дух дает жизнь. Человеку это не под силу. Слова, которые я вам говорил, это Дух и жизнь. Видите, Дух и сказанное слово действуют вместе. Затем он велел всем нам идти и продолжать его миссию, сеять его слово в той же силе духа. Иисус дал нам Свое Слово и Свой Дух, чтобы мы могли это делать. Все мы родились свыше, потому что кто-то посеял семя Слова Божьего в наше сердце. Дух Божий, действуя через это Слово, просветил и спас нас. Первое послание Петра, первая глава. «Как возрожденный не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек, это есть то слово, которое вам проповедано. Евреи знали, что для урожая нужны две вещи. Вам нужно семя и вода, или дождь. В Библии дождь — это символ Духа или Божьего благословения, которое исходит с небес и орошает землю. Семя без дождя находится в спячке, и дождь без семени не может произвести новую жизнь. Поэтому, сажая семена, они молились о дожде. Также и сердцу человека нужны две вещи, чтобы поверить и получить Божью жизнь. Ему нужно семя Слова Божьего и дождь Святого Духа. Следовательно, нам нужно принять Дух Святой на нас, чтобы, когда мы будем сеять семена Евангелия, они действовали в силе Духа. Дух наполняет наши слова энергией, чтобы они проникали в сердца людей, принося веру, свет и жизнь. Когда мы говорим Его слова под помазанием, человек получает не только семя слова, но и дождь Святого Духа, который активирует это семя. Иисус говорил, что Дух Святой на нас похож на живую воду, которая течет из нас, наделяя наше семя силой. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании из чрева потекут реки воды живой. Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Эти реки — это Дух Святой на нас, который течет через нас к другим людям, принося им жизнь. Заметьте, что реки текут из чрева или из сердца. В оригинале используется слово «утроба» — это место, где находится семя. То есть здесь Иисус описывает, как мы высвобождаем силу Духа, как мы высвобождаем силу духа, чтобы благословлять других? Вначале нам нужно иметь Божье Слово в нашей духовной утробе или в нашем сердце. Затем, когда мы говорим это Слово, рассказывая о Христе, мы высвобождаем реки духа, которые течет вместе с нашими словами, подтверждая их и передавая жизнь тем, кто их слышит. Итак... Именно через сеяние Слова Божьего мы высвобождаем Его благословение, Его Дух и силу, которую мы носим на себе, если мы крещены во Святой Дух. Когда эта сила активируется, она благословляет других людей вечной Божьей жизнью. Итак, нам нужно принять Божью миссию, а также получить Его силу для этой миссии, чтобы исполнить великое поручение — нам нужно Его Слово в сердце и Его Дух на нас. Когда Дух Святой сходит на нас во время крещения во Святой Дух, Он дает нам силу, чтобы свидетельствовать то есть он дает нам силу говорить от его имени. И когда мы говорим его слово, дух, который на нас течет вместе с нашими словами, делая их эффективными и принося урожай в сердца и жизни людей. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл, Хэддингтон, Оксфорд.